Уважаемые друзья, приветствую всех вас в нашей столице, в нашей стране и приветствую проведение Совета министров иностранных дел УДКБ в нашей стране. В этом году у нас двойной юбилей, мы отмечаем 30-летие подписания договора о коллективной безопасности, 20-летие создания организации о коллективной безопасности. И в этом юбилейном году очень приятно заметить, что у нас после ковида вновь восстанавливается та динамика, которая у нас традиционно была. И как мы неоднократно уже об этом говорили, я думаю, что юбилей очень хороший повод, что проанализировать пройденный путь и подчеркнуть те достижения, которые у нас были, и еще поговорить о недостатках, которые были замечены во время работы и существования нашей организации. Вы знаете, что ОДКБ является одним из важнейших факторов в сфере обеспечения безопасности всех наших стран. И должен, к сожалению, отметить, что в зоне ответственности нашей организации ситуация не очень стабильная. И в этом контексте, я думаю, что нужно тесно сотрудничать, обменяться информацией, оценками ситуации, чтобы в нужный момент воздействовать те механизмы, которые предназначили для предотвращения кризисных ситуаций и для управления кризисных ситуаций. Ну, еще я должен сказать, что очень рады, что мы так интенсивно принимаем разные мероприятия ОДКБ. Недавно мы приняли в Ереване заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи ОДКБ. Сейчас это важное мероприятие. 17-го мы ждем секретарей Совета Безопасности ОДКБ, и это действительно очень хороший повод поговорить, обсудить ту повестку, которая есть в нашей организации. Еще раз приветствую, надеюсь, что успешное заседание проходит и хорошо проводите время в нашей республике.